6 февраля в Твери от обелиска Победы стартовал автопробег «Виват Шурави», организованный Тверской областной организацией Российского союза ветеранов Афганистана. Автопробег посвящен 25-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан, которая будет отмечаться 15 февраля. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Утром 9 февраля в Бологое въехала необычная колонна машин. Внимание сразу привлекла надпись на автомобиле «Виват Шурави». Для тех, кто прошел когда-то службу в Демократической Республике Афганистан, это до боли знакомые слова. «Шурави» – так называют советских солдат, отдавших свой воинский долг в этой горячей точке. Участников автопробега встретили бологовские ветераны боевых действий в Афганистане во главе с председателем Бологовского районного отделения Тверской областной организации Российского союза ветеранов Афганистана Владимиром Малицким. Встреча состоялась эмоциональная, и неважно, в какие именно годы той страшной десятилетней войны довелось пройти нелегкое испытание на прочность встретившимся мужчинам, ведь все они члены одного боевого братства. Позже колонна направилась к одному из самых почитаемых в нашем городе мест – Вечному огню для возложения венков у памятных стел воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и в горячих точках. Канун знаменательной даты хочу, конечно, выразить самую искреннюю благодарность всем ребятам, пожелать самое главное здоровья и всех благ, которые мы действительно завоевали, невзирая ни на что, проявив там все самоотверженность и отвагу. Ветераны боевых действий почтили память погибших воинов-интернационалистов минутой молчания, по доброй традиции преклонив колено. В канун большого праздника, 25-й годовщины советских войск из Афганистана, боевое братство инициировало автопробег по дорогам и районам Тверской области. Всего мы объедем 25 районов, где почтим память и возложим венки и цветы к могилам наших невернувшихся бойцов. Пробег называется «Виват Шурави», что значит «советский». 15 числа вся наша страна, и не только наша, а все страны СНГ будут отмечать большую дату. И в преддверии этого мы должны отдать дань памяти и уважения тем, кто вернулся оттуда в цинковых гробах. Из нашего города колонна машин отправилась в Завидово, а потом и в другие города Тверской области, где когда-то не дождались своих земляков с войны, которую до сих пор многие называют чужой и ненужной. Но она была и навсегда теперь останется вписанной кровью погибших в историю нашей страны.